Господи, поможи скоріше, щоб був мир на Україні. Господи, почуй наші молитви, поможи, щоб був мир скоріше на Україні. Да. Да. Ну, така красота у нас. Так. Ну, така красота у нас. Така красота у нас. Надо на русском языке, да? Такой маленький городок принимает беженцев тоже. Смотрите, типичная голландская деревня. Друзья, прекрасно, прекрасное место. Только ветрено, погода хорошая, солнечная. Днем всегда хорошая погода, солнечная. А ветрено. Утром холодно. Днем плюс 13, ночью плюс 2, 0, 3. Немного градусов. И по тротуару, потому что магазины. Ездят велосипеды. Да, сейчас мы перейдем на ту сторону. И машины тут. И машины, и велосипеды. Перейдем и пойдем. Улица магазинчиков, это центр. Цены, друзья, здесь высокие. Вот 50 евро. Такой плащик. Only. Ага. Вот магазин типа нашего ДЦ. Вот такие вот цены. 2,39. Акции, акции. Туалетная бумага. Выставляют сюда. Вот-вот. Называется он Круидбат. Вот. Типа нашего ДЦ и Евы. Магазинчик такой. Вот Ариэль 3,49. Мочалочки. Все, что нужно. Ну, информацию рассказываю, как бы, да. Жилье нам пока не предоставили. Мы еще даже не регистрировались. В течение 2 недель вроде бы как надо зарегистрироваться. Мы еще не регистрировались. Нам только дату регистрации назначили. Живем мы у друзей. Вот. Как бы пока бесплатно, как бы в гостях. Они нам во всем помогают. Sorry. Вот еще такая интересная улица, шопинг. Мы тут не были, да? Или с Карен мы тут были, но было закрыто. Да? Давайте пройдемся, покажем вам. Ну, цены высокие, друзья. То, что, допустим, мы бежали и не взяли с собой там какие-то зубные щетки, пасты, стирающие, моющие, это все пришлось купить, но нам помогли это купить. Вот. У них зарплаты высокие, поэтому и цены высокие. А пока мы не зарабатываем, то нам это дорого. Конечно, надо искать работу со временем, чтобы можно было зарабатывать и себя обеспечивать. Так, а что это у нас тут? О, видите, какой-то биококос. 11,99, 6,39. Видимо, эко-магазин какой-то. Да-да-да. Вот там вот курага, всякое такое. Наверное, биодобавки разные. Биомагазинчик.
О, шоколад, шоколад. Буланжери. Единственное, что мы тут это, бесплатно нам дают, покажем вам, это хлеб. Хлеб бесплатный. Сейчас мы пойдем в тот магазинчик, где бесплатный хлеб дают. И покажем вам, где он находится. Мы сами еще тут толком не гуляли нигде так много. Вот будем гулять и вам показывать. Вот, видите, экшен, магазин экшен. Видимо, акции. Видимо, акции. Давайте. А, мы тут были, да, в этом экшене? Ну, давай зайдем, посмотрим, да, чтобы снять видео, показать. Мы уже участвовали в благотворительной акции. Есть видео на канале, я оставлю ссылочку. Переходите, посмотрите. Была акция в одной школе. Мы делали выпечку, продавали. А все деньги шли на Украину, на помощь Украине. Тут всякие боксы. Такой магазин. Вот что-то Юск напоминает. Ну, мебели я не вижу. По посуде, да? По посуде, по каким-то другим вещам. Ну, в общем, такая сборная солянка тут. Такие магазины. И раскладушки, и кресла такие для террасы. О, чемодан, смотри, недорогой, 39,95. Помнишь, мы тебе искали, но не пластиковый. Дорогие были, 23,95. А вот черный какой вообще, нормальный. 19,95, 29,95. Хорошие цены, да, чемоданы тут хорошие. Так, здесь всякие моющие. Нам вроде бы как ничего не надо, да? Все у нас есть. Ну, конечно, тут все эти тряпочки такие качественные. Очень такие приятные. Мочалки. Все другое, не такое, как у нас. Какие пеликаны для сада. Кролики. Скоро Пасха. Для стирки. Такие цены. Так что тут без работы, конечно, никак. Надо устраиваться, искать работу. Тут косметика всякая, шампуни, мыло, краска для волос, щетки. Сори. Дезодоранты. Какие цены. Ну, в общем, я так вам показываю. И сама смотрю. И тут же ММДМсы. Так, уже к Пасхе. Видите, какая красота. Голландские черевички.
Так, на чем мы остановились? На том, что жилье очень сложно получить бесплатное. И снимать как бы жилье тоже очень дорого. Вот так вот тут проблематично. Работу найти можно, говорят. То, что мы узнали. Работу найти можно. Ну, нужно зарегистрироваться, имеете право работать. Sorry. Вот такой вот магазин Бристоль. Здесь говорят дешевая обувь. Сейчас пойдем посмотрим. Да, я бы не сказала, что дешевая. 20 евро такие пластиковые тапочки. 30 евро. Да. Hello, hello. Так. Что тут за цена? На Пуму. 60 евро. 60 евро. Вот такие кроссовки. Ну, вот акции здесь нету. Вот такие цены. Идем дальше смотреть. Идем. Вот прямо там обувь. Потому что ж приехали в ботинках. В зимних, можно сказать. И надо будет переобуваться на лето. А цены тут кусаются. Вот такие кроссовки 40 евро. Пятьдесят евро, 44. Пятьдесят. Так. И, наверное, это настоящий шоколад, я так думаю. Смотрите, какие огромные шоколадные зайцы. К Пасхе уже все готово. И машинки, и яички, яйца шоколадные, и зайцы. Да. Когда-то и у нас была мирная Пасха. Давайте загадаем желание, чтобы и эта Пасха у нас была мирной. Друзья, все давайте молиться. Давайте молиться, чтобы быстрее мир наступил, и мы могли вернуться домой. Такой вид сверху на центральную улицу нашей деревни. Кто узнает места, украинцы, кто меня смотрит, отзовитесь, отпишитесь в комментариях. Будем знакомиться, общаться, кооперироваться. Вот тут на площади кафешка, все сидят, отдыхают на солнышке. Красота! Вот уже люди пораздевались, на солнце тепло, красота! А нам еще прохладно, непривычно этот ветерок, еще раздеваться опасно, мы не привыкли. Вот такая улочка с каналом. Очень красиво здесь. Так, магазин Бруно. Наверное, книжный, да? Похоже. Так, цветы, цветы, смотрите. Цветы. Голландские цветы. Я бы
Розочки. Так, а это акции. А, магазин сладостей. Да, мы сюда заходили, купили такие эти ментосы. Ментосы в акции. Сладостей полно тут, конечно. Сори. Сок 0,59. 0,39 сок, супер. Так. Хочешь сок? Возьмем juice from concentrate. Такой вот бейкери давали хлеб для украинцев. Зараз зайдемо, спитаємо, чи є. Тут стояв такий цей вивіска, щиточок стояв, що для українців хліб. А зараз немає. Ну, зараз спитаємо. Виход? Йдемо на вход. Йдемо на вход. Ага, це такий дуже смачний, солодкий, 2,50, прям як кекс з цим, з, як він називається, Коль, нагадай, як називається оцей? Крентенброд. Ні, оце посередині. Ну, це марципан. Хліб з марципаном, да, половиночка 2,50, дуже смачний. От смотри, брали. Тут акції. Дві буханки получаєш, покупаєш, получаєш одну безплатно. Ну, спитай для українців, чи є, чи нема. Просто цікаво даже сказати глядачам, постійна ця акція, чи не постійна. Як допомагають Нідерланди. Hello? Hello. Do you have a free bread for Ukraine? Ukraine? Free bread for Ukraine? People. Thank you. Такой вот нам сказали, какой хотите, такой выбирайте хлебушек. Вот, мы взяли сладкий, половиночку, пробовали, нам понравился. И вот такой вот возьмем. Все, хороший серый, это с высевками, да? It's okay? Yeah? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Danke wohl. Danke wohl. From Ukraine. Вот такой вот хлебушек. Пекарня дает для украинцев. Сказали, выбирайте, какой хотите. Мы взяли один сладенький и один такой вот серенький с высевками. Так что, друзья, ну хоть хлеб, да, хорошо. Но нас не обижают и в другом. Это вот магазин, только один как бы дает. А так люди помогают, друзья помогают. С голоду не пропадешь.